Турбо, дай штрудели. Да, кстати. Подожди, пусть все бисквиты возьмут похавать на взлетке, на пуле. Медведь, почему жабу не... Ой, рыбу не ел. Чё вы там толпитесь-то? По центру. Справа. По центру очень-очень близко. Квадрат, стоп. Стоп, по глыбам, да. Слева далеко, да. Слева близко. Слева. Он чуть-чуть двинулся буквально. Thank you.
3%. В куче не бегите, рассредоточьтесь сразу. Правильно, моя. Слева очень близко. Разбили. Что? Алиса, я тебя поменял. Сам Алийского прохил. Не зергайте глыбы, зергать не надо. Стоп, стоп. По глыбе. Босс встал, босс встал. И там упал. В центр глыба. Съебитесь от нее. У меня хилить будут или нет? Ой, давай в танка. Его прошибает, он 200 психики. Причем тут прошибает? Вы когда за глыбой стоите, я секунд 5 или 6 просто. Хила. Вот почему я... Вот сделаем как в Дети Хами, милики только по глыбам, РДшники в босса. Так кто тебе надо? Там у нас дохуя, блядь, ДПС, у нас глыбы, блядь, они сразу попадают. Ребят, босс, разговоры лишние, просто хлопали, блядь. Да, вот, Тёма прав, хлопали, хлопали, пиздец. Хлопали, блядь, освобождёнку, ребят, вы о чём нахуй? Хилы не забывайте про танков. И оказалось не две глыбы, а три. Да я пошел, мост ушел давать и немножко панул. Ну ладно. Зато у меня есть тойр поглот. Дайте саппорт, у кого саппорт? Чинитесь на моменте. Там не слишком много взрывали, там царь только на 200 кого ебал. Ну. Или поставьте ГБ, или дайте саппорт. А у тебя что, нету хост-резиста? Нет, он у меня просто резист. Хреново, ну блядь, похуй. На синру лучше, конечно.
кредитом. Первый танчик. Идись, Войт, спокойней, Войт. Ебать, захпариваешься, как будто я это не знаю, блин. Фучара, бля. Никто не уцелеет. Ебать. Стоп, оглыбок. Просто... Справа, справа. Стоп по этой нахуй дальше. Также справа, справа, пан. Умрёшь. Ребята, смотрите на ваши метки над головой, справа. Ё-моё. Справа, тихо-тихо. Thank you.
Ники, блядь, валерьянки. Танцун в квадрат станет. Слева, слева очень близко. Посередине близко. По центру. Стоп, слева далеко. Разбили, блядь. Ушли оттуда. Не бейте сильно. Не сливайте глыбу, нет. Не добивайте, дайте скинуть танку. Стоп, уходи. У чувака есть брат. Так, метка на Эвенарь. Тяжко, скоро там. После следующей глыбы. Где оттуда? Ну, меня не прихили. Экстору БР. Да. Да, он танк. Забрала. Притяжка скоро. 300 баф дайте по ДК. Thank you.
Гем нам, скажи что-нибудь. Блядь! Не отбегайте, не отбегайте, добивайте нахуй. Пса, блядь, но... Вы понимаете, вот мы вас вывезли с чуланом только что. Вот моя тучка всех спасла, вы понимаете? Батя живой остался, все сдохли. Мне уже нечем было резаться, у меня мало хп, я освобожден. Батя затащил. Я стаком сдохну из-за хила, блядь. Ничего не знаю, минус ГП, все. Батя затащил. Так в конце уже все хлопали, Войд. Там есть фишка, мы же когда выносим в сторону... Не, мы когда выносим в сторону, на самом начале, мы иногда в 2-3 бежим и по друг другу по чуть-чуть попадаем. Mm-hmm. Вот, вот это говно. На первых фазах. Поэтому там очень сложно судить, кто очень сильно хлопал. Квестовый итем с босса возьмите. А, квест надо было взять, да, блять? Так я взял квест. Хилить. Я просто не понимаю смысл. Я уже кровь давал, типа, я отхиливался своими рунами, я отхиливался ударом. Стоп, 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 да. Нету. Войд, поставь перекур, конечно. Да какой перекур? Перекур, пожалуйста. Пошли в другую сторону. Босса, ГЦ. Чё, в доборе теперь писать 11-12? Как фласка на стамину называется? Как-то. Настой каменной крови, наверное. Фласка называется БДК. Потому что вы молодцы. А на 2600? Со второго трая убили, ёбаный. Да, так что хуёвый трай был, но, блядь. Минус ГП, всё. ГП не снимается. Вот и все, понятно. Когда я увидел, что на конце уже все полетели со стаками на освобожденке, она притяжка дает, блядь, я думал, все, гад. Чё ж ты так орёшь? Читайте тактики, кто не знает, кто не понимает, смотрите эти видео, блядь. Это не 5 минут. А, ты чё, пойдёшь съёбнешь валерьянки, что ли? Бояру сейчас заварит. Свету он тоже немножко подышать. То, блядь, ещё пукан начнёт гореть чисто. А сколько там перекур? 7 минут. Ва. Ой, я пойду на улицу покурю. Линканул, там есть, нету? Микстурка, а чё получается, мы с тобой вдвоём ранки, что ли, да? Ну да, как обычно. Так, сука, меня никто не хилил, я хуярю, бля, 7 стаков меня ваншотит, нахуй, заебись, бля. Даже до притяжки, сука, всё, не дожил, бля. Всё хорошо, всё нормально, брат, не переживай. Бывает.
Че, нашел, сколько там, блядь, у тебя было стаков? Отвлекся на мосса, посмотрел и, короче, да, не так увидел. Вот, чего, вот, короче, хочешь как лучше, такой бежишь, дать нам пацана. И тут приморозил. А если бы не умерли эти четыре рака, блядь, мы бы раньше убили. Да, виноват, я не спорю. У меня вообще башка болит, блин, я вообще... Да, да, лишняя глыба была. Кто это был, Кнезер? Полуслаки. Ну, я скажу, у нас ДПСа 7 хилов, блять, впритык было. Ебать, я не понимаю, чего Вай так боится, нахуй, всегда берет дохуя хилов, которых нахуй не надо, блядь. В смысле не надо, ты видел хп рейда, блять? Ну, не видел. Хп рейда, хоть фигня. Блядь, стаки, нахуй. 7 хилов и, блять, танк падает, это смешно. Да. Причем я хилился рунами, я хилился ударом, я давал кровь вампира, все, что только можно. Ну, дамаг большой оценивался. Я била ледяным ударом, у меня по КД висел щитор. Блять, а ты там... упал по одной простой причине, потому что Алиса была в глыбе. Вы, блять, вообще о чем? Вы вообще смотрите, блять, пул или что? Алиса была в глыбе, кстати, на тебе даже... были стаки. Да, они стаки копились, это хорошо. Держался, блядь. Ну, это хорошо. Что, килл у меня был, я тебе говорю, хилился я. А то, что 7 хилов не прохилили, блядь, это плохо, нахуй. Ну вот, из-за этого и умираю. Я ж не говорю, что стаки, посрать, я там прожимал. Я спекал хилов для того, чтобы им было проще, что если 4 хила там с освобожденкой, чтобы 3 других хилили. И все равно в вакханале получалось. А чей вагон 230-й в рейде, Мамонг? Не знаю. Это я чилу портяжку продаю. Кого? Портяжку. Ща кикнуло. Решил бизнесом заняться в рейде, да? Мерзавец. Так, из тех, кто здесь сейчас находится, кто не АФК, есть те люди, которые смотрели убийство Лича 10 гер, когда мы убивали там с челном, с самолетом? Конечно, Войт. Я имею в виду из тех, кто никто был в рейде, а кто не был в рейде, кто смотрел. Нет, я смотрел свою позиционку, как я стоял. Нормально стоял. И понял, что надо было чуть получше, вот и все. Чулан, у тебя есть макросы на то, чтобы бить духов в комнате? Здесь саппорты нужно... Бить вот духов? Я думаю... сейчас... У меня тот не работал, его надо не так прописать. У меня он берет таргет, но почему-то не бьет. Я не понимаю, почему он не бьет, но он берет таргет. Я вот тестил, он не бьет почему-то. Так слэш C, юзай. Слэш С, да, вот это вся лажа, все написано, но он берет таргет и не бьет. Пишет, типа, нельзя применить к цели или что-то типа того. А чем? Я так и не понял. Мы потому что очень быстро это все, ну, убили с первого трая, грубо говоря, эту комнату последний раз, да? И я не протестил, не успел переписать. Вообще, не знаю, у меня башка раскалывается, я, наверное, опыт. В смысле, офнится. Хуй тебе. Офнится он, блядь. У меня тоже башка болит, я не крепись. Жалуюсь. У тебя всегда башка болит. Тебе нехуй жаловаться. Давайте, ребята, это наш шанс. Всегда. Просто собраться нужно на 15 минут всего лишь. На 15 минут. Чайно убить, нахуй. Будь внимательнее. И тогда мы убьем Лича. Если что, сразу вам скажу. Вальки поднимается только до 5%. Кстати, а Валь... Учитывая то, что они, блядь, этот, в воздухе стоят и пиздят, блядь, рейд. Да там мало урона у нас. Мы всегда сюда... Нужно... По 6-ка. Они вытягивают жизнь, да. Если будет 2-3 АДК, они их нахрен убьют. Так-то этих валик. Нет столько АДК. Да я вообще много в чём-то не уверен. Много хилов, да. Похуй, 40% ты охуеешь, как они мало бьют, блядь, там вообще пизда, особенно под заражение.
конечно. Если не успевать прохилить, там жопа нахуй. Жопа полная. Для этого, блядь, защиты, мастера, ауры и прожимки. Ну да, да, да. Надо использовать. Плюс бомжей нахуй на вторую фазу оставлять под валик. Иначе мы точно ляжем, потому что одна валька ебашит по 6к. Честно, когда мы ее разбили. А что, валька бомжей, что ли, хватает? Или кастует? Нет, смотри. Прикол в том, когда валька хватает, да, ты ее разбиваешь. Она висит в воздухе и кастует, я знаю. Она бьет по рандомным людям. Соответственно, вызываешь бомжей. Они таунтятые, да? Да, ну, бьет, этот, короче, она ебашит по бомжам. Так же, как на четвертой фазе взломания, короче. И этот, как его... Суть в том, что ебашит она по 6к. Я вам скажу одну такую вещь. Чулан фармит эти сапроты в одно рыло. Я вам скажу такую вещь. Сейчас мы их пить не будем, потому что мы еще даже первую фазу не прошли. Мы посмотрим, как это будет без саппортов сейчас. Вот я вам что скажу. Если на второй фазе у нас, ну, это стопудово, нечего сейчас их тратить. Это просто глупо будет. Это как на профа прийти, встать в угол нахуй и выпить саппорты. Это бред. Вы сами в этом убедились, проф убился легко без этой обоссанной тактики. Я не знаю, блядь, зачем люди пьют вообще саппроты на этих боссов, блядь. Ну ладно, может ли что-то, блядь, да и дамажит. Сейчас можно посмотрим. Пить эти саппроты, ребята, когда вы все знаете, а не тогда, когда мы сюда пришли первый раз. Мы сначала посмотрим, как вы двигаетесь, как что вы делаете. Это очень важно. Потому что если только вы... Только что доказали, что Синдру убивается легко, нахуй, и без этого, без саппорта, блядь. Ну, нелегко. Все пьют саппорты, саппорты. Я не знаю, кто там хлопал, надо какой-то аддон устанавливать. На то, чтобы смотреть, кто... Есть аддон, который показывает активные хлопки прямо в чат нон-стопом. Вот, не помню, как называется, но он есть. Вот такое мне надо. Там один хлопнул на 1000, если прилетело, уже показывает. Так, чек на ПК. Нет, я не про этот аддон, мастер, про другой. Я тебе показал, как нахуй назад. Рыбку... назад мог по себе столько накастовать, стоя в жопе мира. И хиля рейд, понимаешь? По себе. Все, стоп, не фиг. Пусть Войт расскажет тактику, начнем траить. А меня сумануть? С этой стороны или с другой Войт? Давай пойдем или по центру? Не, по центру... Да, с да. Танками возникает проблема. Че, не слышно меня? Я могу дотей сделать. РНЖ не хватает, то в этом проблема. Но не бой. Ты метку, Войт, я тебе скажу, ты вот метки ставил вот здесь по этим квадратикам. Вот смотри, когда уйдет на этот квадрат, а ты стоишь на том квадрате, вот на этом квадрате, ты не достаешь лича, если у тебя... Ну, я понял, что метки для тебя... Метки, подожди, метки это для тебя и для всех ориентир, понятное дело. Но кто встает четко в метку, тот не достает. Ну, и многие так стояли у нас.
пизде. Там больше рейндж, больше, чем это Войдзон. Войд, погоди, перебью. Заткнулись нахуй, пока вам объясняют тактику. Алла, фарс, сосредоточишь по станам, да и все. Это важно. Это очень важно. Ой, погоди, я, блядь, что, не ясно сказал или что, ёпта? Все вопросы после объяснения тактики, нахуй. Сидим и слушаем. Я меняю символы. Ты в курсе то, что у тебя пушка не засокечена и не зачарена? Да? Очень важно. Знаешь, за него переживал. Ой, ты потом расскажи им про комнату. Да. Про комнату будешь потом рассказывать? Там не были никогда.
Нет, там дух, там духа уже надо бить. Если бить не будут, то мы упадем в этой комнате. Звоните, собрались. За это, я кинь нахуй, и давай я его дизну. Это... Про духов, любой может их бить. Паладин, дланью, там... Хилыч тоже всякой чумой, хуёй, неважно чем. Если видите близко дух, ударьте его чем-нибудь. Хилам, только не притяжкой. Валик тоже скажи, что они взлетают, когда тело скидывают. Их убивать до конца не надо. Побиваться будут. Лагримари. Для начала давайте пройдем хотя бы первую фазу и в этот первую перифазу. Я уже все сделал. Просто сомните. И все. Нормально, тут у нас ханта нету, его, блядь, ёбнут Шаркарина. Если он стану не. Я уже все сделал, просто маните, спасибо. Кто будет конкретно сидеть на танке, который вводит Шаркарей? Потому что пробивает очень сильно. Особенно когда вы растут. Стали маленькие. То не надо с тем хилом. Неудобно прям будет. Давай не буду, я просто буду идти, и вы, я не знаю, модельку Таурена огромного увидите, наверное, который не черный. Сейчас я релогнусь, дашь мне ассиста, я поставлю метку. Просто дон включу, чтоб метка не спадала. Алиському покажи, где он должен идти. Да, да. Алиса знает. А хуй знает, да? Да, я захожу. Вот ведь 7 лямов, нихуя себе. Вот, диспайлит маль... Я тебе одну вещь про диспел скажу. Если человек стоит далеко, ну то есть он пытается, хотя бы пытается бежать, если ты диспелишь на последней секунде, и там расстояние будет больше, чем до нас, до Шаркарей, то будет все нормально. Вернее, все плохо. А если меньше, то будет все хорошо, она перейдет туда, на Шаркарей. Даже если он будет далеко достаточно. Можно скажу? Давай. Этот, как его?
чума, если Шаркарь будет даже в рейде, и мы будем стоять рядом с Шаркарем. Если ее первый раз дисплеит, она 100% идет на Шаркаря. А, сразу разберемся в такой ситуации, Вой. Выбиваем тех, кто умеет сейвиться, например, вары, блять, маги, локи. Я варом когда-то в обычке пробовал, не запомнил. Коты точно умеют. Геру с пула? Да, будет так. Герои в атаку! Дикс. РДД, РДД, мы не достаем. Достаем. Ну мы не бьем вообще, я вот не достаю. Криво водит. Проводи лича, не достают. Спекать. У. Морфис. Шаркарь у нас. Это, кстати, не я взорвал, блядь. Кто там? Вот, Алиса не ведет, и все. Мы-то двигаемся с Самалийским, и Алиса стоит, и все. Они начинают идти к Самалийскому, и, блядь, это жопа. Там и чума, и вурдалаки всякая лажа. Алло, меня слышно? Алло. Да. Алло. Сейчас, кстати, зря начинаете гнать на Алису, потому что это просто стечение обстоятельств, то, что она постоянно летела в рейндж, и Алиса просто не знала, а куда вести. Зачем здесь рейндж? Надо проводить, и все. Она обводит ее по дуге, а надо по прямой проводить. Да, а кто, центра, подождите, а кто ей сказал? РДД могли достать. Царь, подожди, а кто ей сказал? А сколько раз она до этого траила? Мы на десятке с ней то же самое делали, она то же самое и делала, хоть ей говорили об этом. Погодите. Никто мне не говорит. Алиса, линкани ачивку с лича.
Да-да, я хотел сказать. Она в ДД была, блядь, еще раз. Вот. Если она была в ДД, то чего вы на нее кричите? Что вы от нее требуете? Ну, дальше. Ничего не требовал. Ты, как его? Не видел, как танк ходит? Или по другой танк? Вообще по-другому этот танк. Ну, не помню точно. Тогда вопрос. Просто это течение обстоятельств, то, что постоянно летело в РДД зону. Смотри, когда тебя просят провести, ты проводишь отсюда, вот ровно, ровно ведешь вот так вот. То есть тебе не надо ни сюда сбегаться, ни сюда, просто отводишь назад. В данный один момент вопрос. Для нашей гильдии это первый трай. Один вопрос, если она будет вести сюда, блядь, а танк будет стоять вот тут шаркарями, блядь. Если жопа затянет миликов, нахуй чувак перекинется на миликов. Это есть. Нужно видеть примерно дистанцию, чтобы чума не перелетела. Надо, то чтобы есть самолиски, который должен за этим следить. Зона должна смотреть. Можно по пару секунд внимания. Вот видите, вот эти вот три вот эти квадрата. Раз, потом два. И вот он третий, вот где Войт стоит. Вот. Танк, который ОТ-шник держит шаркарей, должен идти only по центру. К нему должны все подбегать. Танк, который держит босса и с миликами, вот он должен пробегать вот от этого квадрата. Примерно вот линию прочертите до той платформы. Вот до этого. Вот. Вот так прямо туда. И РДД точно так же параллельно должны пробегать. Вот и все. А не надо никакими полукругами водить. Вся проблема только в этом сейчас была. Я могу вывести. Вы просто вы смотрите, если мы выбрали эту тактику для траев, то давайте ее отрабатывать и давайте ее траить. Пусть вы Алиса тоже вводит, пусть она не с первого раза вы это. 10 хами тоже выбрали эту тактику для траев, потом ее поменяли и убили. Да? Если с того пошло. Давайте тогда сразу менять. Думаем, голосуем, нахуй. Бьем по вот этой тактике, окей, нахуй. Мне вам объяснили тактику. Замечательная бьем тактика. Что вам не нравится? Проблема в одном танке была. Че вы гноете? Понимаете? Да, есть. Давай. А почему не микстурку успели? Микстурка хотя бы баф будет давать. У нас анхолика нет, у ШП отнимай сразу процентных 10 FPS. Ну, первую фазу я вкурил, как делать. Только осторожно, тут, блядь, жнецы есть, да, так что прожимки на второй фазе, нахуй.